прям видовые. То есть вообще вспоминаешь эту самую Панаярви-то? Там же как раз вот так же было примерно. Посмотри на вот эту вот, на этот склон сбоку, он такой клёвый. GoPro, конечно, бессмысленно снимать, потому что типа это пейзажный пейзаж на широкий угол, фиг знает. Там может быть... А, не, наш коттедж мы все равно не увидим. Он за горой. Ребята? Вот на той конечности озера, если что. Че, прикольно? Здесь сошка штука хорошая. Да. Вот. У меня начинает штука как бы опускаться. Ты как бы для себя ничего не меняется. Прикинь, она заглючит. Ну, ты лицом туда полетишь. Я врез, Егор, зачем ты это сказал? Я тебе страшно. Ладно, держи высоту. Боже. Вам что, бесплатный? Да. Да. Это беседка для гриля, это сауна. Там вообще штормит на пол... Нормально так. И подсвечивать их снизу. Блин, просто их же здесь 1000. Вот, кстати, знак медвежьей тропы. Так что мы все правильно идем. Так, на камеру, как обычно, градиент подъема не виден. То есть, типа, вот так вот горизонт. Типа, вот так вот деревья стоят, наверное, видно, может, что-нибудь будет. Так, не знаю, бинокль что-нибудь получится снять. Дальше более полого должно стать, уже не так яростно. Подболотник. Гора кроликов, уже там кроликов не было, правильно? Ну, это же самое. Да. Ну вот, уже до уровня горнолыжки почти поднялись. Короче, приняли волевое решение в этот день до конца на вершину не подниматься, потому что не успеем иначе на наш отельчик заселиться. Поэтому идем обратно. Скалолазная штука стоит. Вот это место для спальников, то есть ты здесь можешь переночевать в крайнем случае. Вот, а здесь спальня даже с дверью. первого семестра, как ты говоришь. Да, тут прям нормально. Да, нам вон туда вот вниз идти. Там внизу будет табличка, где написано, сколько здесь ступенек. Их реально много. Здесь вот 152 написано. Ну, может быть, оттуда снизу. Может, это метров над уровнем моря, конечно. Так, здесь Калыча. Вон, типа, вот оттуда вот мы спускаемся, короче. То есть, как бы... Вот оттуда вот. Вон там сидит гусь. Мы его фоткали через бинокль. Ни хрена не вышло. Может, на GoPro он виден будет. О, он так башкой он вертит. Он на меня смотрит, смотри. Запалил меня. На самом деле тревожить нельзя животных. То есть, ну, может, вот из-за того, что мы машем, он тревожится. И мы уже нарушаем правила заповедника. И главное не начать душить гуся случайно. Особенно одноглазого. Никакого нельзя не душить. А вон там гусь. Вон там. Ну вот, собственно, то, что шумело, и то, что мы страдали, шли, что типа не видно. Вот эта вот шумящая штука. приехали смотреть на водопад на пороге. Да, здесь вид огненный. Короче, в ресторане там очень цен, прям зверский ценник. Поэтому мы жрем сосиски на костре, которые купили в местном сельпо. Антикризисные. Короче, смотрите, ребята, это когда вы забыли туристическую посуду, и вам очень хочется горячей еды. Вот это вот так выглядит. Плавает, готовится. 20 минут готовка в такой печи. Так что да, следующую ночь такую печь, но утро на утро. Попытка зайти на гору номер 2. Пойдем сейчас с другой стороны, сразу по лестнице. Из ночных заморозков образовался лед. Живот прям хрустит. А сейчас типа +1 опять, да? Там +2, что-то такое, наверное. Короче, еще один разлом земной коры, как примерно в Панаярве, мимо которого мы просвистели когда-то давно. Думали, что это не разлом. Вот, теперь мы знаем, что вот такая штука — это разлом на самом деле. Сейсмоактивность всякая здесь была. Гранитные глыбы выперла прям вот из недр земли наружу. Познавательная минутка. Можно дальше идти. Или можно еще дальше полюбоваться, кто как хочет. Вот болото, раскатанное фэтбайкерами всякими и МТБшниками. Ну вот видно, что Найнер проезжал, и он в 2 раза глубже ушел, чем фэтбайк. Лобода. Опа. Так. Говорит тебе о том, что ты не можешь решить для себя, за всех все. Вот. Что? Слышал поговорку про сон и спящую собаку? Вот сейчас пойдем вот сюда, вот здесь потусим, и потом пойдем сюда. То есть мы вот, нам вот это подняться сейчас. Но основной подъем на гору будет как бы самый последний. Короче, последний марш-бросок. И сейчас кота будет еще. Модератор. А, собака, да? Поднимай. Последний финишный подъем к вершине у нас. Градиент опять как бы непонятен на видео, вот, но Зато понятно, что высота здесь уже офигительная. Уже видно местность прям вокруг. Вот там вот Россия, вот там. Вот там прям. Самый ядреный участок. Так, вон уже вершину видно. Еще прибывать начинается. Вот, вот, короче, вот та гора. Это на уровне, это Россия. На этом Кивакка. Вот, вот та гора, возможно, Кивакка, самая дальняя. Ага. То есть смотри, вот, нет, вот, вот это на уровне. Ага. Вот это вот, а вот самая высокая, вот та вот дальняя левее, вот это, возможно, Кивакка как раз есть. Это уже... Надо даже подписать, откуда мы приехали. Второй. Соответственно, мы тоже. Что-то синал. Пихни еще вот, может просто боковой карман пихнуть. Ну, вот мы побывали на вершине Валтовары. Все, сейчас пойдем вниз, вот туда прям. Спасибо, сынок. Ну ты дал. Опять же, при разборках видно, какие страны, но они прям... Ну нет, не видно. Ну, страны, как бы, смотри. Если словно... Ну, смотри, почему мы страдаем, да? Потому что у нас территория большая. Там, ну, вот здесь мы уже ходили, когда первый раз пытались зайти на гору. Но мне вот кажется, что как будто все было другое. Видимо, освещение, что ли, как-то все меняет. Солнцем все выглядит иначе. Идем смотреть туалет, он какой-то типа необычный должен быть. А, понятно. Ну типа да, это надо поговорить, короче, необычная тема. Бомба, понесли, хаус. Сушильный шкаф. Сушить одежду. Ну и сауна. Традиционная. Привет. Bomba House — это вот он и есть. А тут Bomba Action какой-то. Просто они этих домов понастроили. Ты теперь разберешься. Ага. Я еще пытался перевести вот эту надпись, а она по-карельски. Ее ни один переводчик перевести не может. Вот это. Спасибо. Ну, здесь пожить можно, да. В этих вот коттеджах. Вот, конечно, да. Мы же так убили, помнишь? Да. Такой мы были. Да, я тоже хотел сказать, что мастеру фабрис. Ну так они же неспроста как бы это взяли, как бы на военных кладбищах частенько так вот. Поэтому обложка альбома именно такая, да. Наша как бы антивоенная. Да что, можете походить, видите себя естественно. Отлично. Bomba House.